Мы рады, что мы действовали с первой минуты активно и подняли темп. И у нас были моменты, которые хотелось бы реализовывать именно в первом тайме, но, к сожалению, вышло так, что пропустили гол. Вот, и второй тайм пришлось начинать с нуля. И я рад, что ребята переключили скорость и, в общем-то, подняли темп для того, чтобы победить. Я считаю, хорошая игра была, и мы выиграли. И я поздравляю футболистов, я им благодарен, и наших болельщиков.